Всем привет! Сегодня в очередной раз грузим гуманитарку машину на Мариуполь. Вот наш водитель приехал. Вот. Собрали вот такие вот пакеты, наборы из самых жизненно важных предметов. То есть это гигиена, медикаменты, памперсы для детей. Вот. А также неравнодушные люди в Запорожье скинулись деньгами. Вот. Закупили мы вот такую коробку, там тоже самых необходимых медикаментов базовых, от давления, от сердца, от желудка. Вот. Также вот водителю загрузили продуктами целую машину. Там тушенки, мука. Это тоже все в Запорожье загрузили ему. Что еще сказать? Единственное, у нас очень большой дефицит медикаментов. В штабе у нас уже заканчиваются. Приходится покупать уже за свои деньги. Поэтому, если у вас есть возможность как-то помочь, собрать там с логистикой, может, даже мы сможем помочь вам. Единственное, собрать какие-то медикаменты там. Может быть, есть у вас возможность финансово как-то помочь нашим волонтерам. Мы потом предоставим видеоотчеты, фотоотчеты, куда уходят деньги, что на них покупается.